класс. Самуил Маршак, мне и мне. Мне рассказывал смоленский паренек. В нашей школе деревенской шел урок. Проходили мы частицы мне и мне. А в селе стояли фрицы в эти дни. Обобрали наши школы и дома. Наша школа стала голой, как тюрьма. Из ворот избы соседской угловой к нам в окно глядел немецкий часовой. И сказал учитель фразу: «Дайте мне, чтоб в ней встречались сразу ни и не». Мы взглянули на солдата у ворот и сказали: «От расплаты ни один фашист проклятый не уйдет».